Спасибо за работу. Лучших представителей профессии глава Сочи Анатолий Пахомов отметил благодарственными письмами, дипломами и ценными подарками. Сегодня отметил мэр, специалисты городской ветеринарной службы не допускают распространения болезней животных, а главное, следят за продуктовой безопасностью города, защищая жителей и гостей Сочи от опасных инфекций. Плюсом ко всем факторам, а факторов у нас много, как вы знаете, возможностей в Сочи сегодня колоссально много, город другой, возможности туризма другие. Но если мы еще и будем говорить, что у нас действительно еда совершенно натуральная и совершенно экологически чистая, то это будет еще большим нашим преимуществом перед другими курортами мира. Ветеринарная служба в Сочи была создана в 1903 году. Тогда в управлении работало всего 3 специалиста. Сегодня городская ветеринария обслуживает 105 населенных пунктов, включая 12 сельских округов. Штат укомплектован, к Олимпиаде укрепили и материально-техническую базу, что сегодня позволяет полностью исключить вспышки на территории Сочи опасных болезней. На протяжении уже многих-многих лет в городе не встречаются такие страшные болезни, как бруцеллез, лейкоз, сибирская язва. А последние те заболевания, которые пришли экзотические, это африканская чума свиней, которая нанесла огромный экономический ущерб на территории Краснодарского края. После проведения полной депопуляции свинопоголовья на территории города Сочи тоже ее нет.